Первая причина. Первый брак, она уже про... Дальше вы скрещиваете руки. То есть нет гарантии, что второй не окончится так же. Вторая причина. Ребенок — это чужое семя. Инвестиция в чужое, грубо говоря, это противоприродно. Третья причина. Отношения между мужчиной и женщиной диктуются любовью. Причем здесь чужой ребенок. И четвертая причина. Если женщина настолько самостоятельна, что она может воспитать ребенка одна, зачем ей мужик в семье? Угу. Как называлась программа? «Они и мы», по-моему. Да. Там есть слово «гордон» в названии программы? Нет. Значит, что это? Значит, что вы не отвечаете на то, что из ваших уст льется? Да, абсолютно точно.